наша вечная память. Появление в стадубе Ледового дворца в хорошем смысле перевернуло жизнь многих семей. Ярославу всего 6, а он уже представитель настоящей хоккейной династии. Папа, дядя и дедушка играют в хоккей. Ну и как тут подвести, если и мама в хоккее разбирается, а в какой-то момент даже занимает место на тренерском мостике. Все общие дети здесь, поэтому сильно переживаем, как за своего, может быть, даже больше, за каждого сердцем и душой. Мы укрепили здоровье, нашли много друзей, и вообще это наш второй дом, и основная и большая часть жизни наша сейчас проходит только здесь. Илья Коробицын наставник опытный, поэтому и закрывает глаза на небольшие нарушения регламента. Прекрасно понимая, в таком возрасте слова мамы куда важнее установок тренера. Психология в детском спорте стоит превыше мастерства и результатов. У каждого есть какие-то задатки, кто-то раньше встает, раньше схватывает все это, кто-то чуть попозже, тут все индивидуально. Нет такого, что четко там через 3 года у тебя все побежали, покатили и начали бросать там по девяткам. Такого нет, то есть довольно индивидуально все. Но плохих не бывает, то есть тут надо работать. И как тут не вспомнить известный постулат советских времен – кадры решают все. Тренерской доли не позавидуешь, и не всем, к сожалению, эта ноша оказывается по плечу. Спорт, в принципе, не терпит формального к себе отношения, а уж детский спорт тем более. Мы сегодня в Брянске все делаем для того, это все спортивные сооружения, и тренеры наши, и что зарплату мы поднимаем. Ну, сейчас осталось только одно – еще заставить работать, чтобы, вот видите, вот, в прошлый раз играл в Стародуб с Клинцами, был, по-моему, 20 или 30 там 0. А сегодня уже достойная игра, 8-16. Знаете, то есть тренер уже понимает, что от них будет требовать результат. Для этого нужны областные соревнования, чтобы и наши детки прибавляли в каждом виде спорта. Ну и чтобы тренеру можно мы могли именно дать оценку. Будем проводить работу в дальнейшем, и вот будут именно такие выводы, которые последовали по Новозыбкову. То есть мало того, что там полностью сменилось руководство и города Новозыбково, и те же замы у нового главы, плюс директор департамента. То есть люди должны каждый отвечать за свою работу, за конкретно свое место, а не просто искать причины, что где-то что-то не так. А для этого растопили лед, для этого отпустили всех в отпуска, и все счастливы. Дети дома, а мы сидим дома и получаем зарплату. Вот это не должно быть. Никакая самая интенсивная и интересная тренировка не заменит азарта настоящей игры. Именно поэтому по инициативе главы региона и было принято решение возродить первенство области для всех возрастных групп. Для тренера это возможность оценить свои силы, а для самих же ребят настоящий праздник. Не надо в хоккей ходить. Я уже 2 гола забиваю. А что тебе в хоккее нравится больше всего? Что мне надо когда серединным быть, когда мы когда мы катаемся в какие-то другие страны, и мы выигрываем их. Мы теперь со всеми командами не как на прогулку, а везде сражаемся. По каждому году, по каждой команде мы везде сражаемся, чтобы выиграть. Стараемся вести оптимальный состав. Конечно, конкуренция возросла. Стародубский «Олимп» в итоге взял верх над гостями из Клинцов 16-8. Будущих звезд брянского хоккея на площадке сменили опытные мастера. Хотя среди тех, кто вышел на лед в рамках матча открытия очередного сезона ночной хоккейной лиги, нет профессиональных хоккеистов. Это одно из главных условий турнира. На площадке исключительно любители. Ночная хоккейная лига была образована в России по инициативе нашего президента, нашей страны, Владимира Ильича Путина, при поддержке ведущих спортсменов нашей страны. Мы буквально совсем недавно, 2 месяца назад, открывали Ледовый дворец в Дядькове. На нем присутствовал самый, наверное, титулованный спортсмен 20-го столетия, наш легендарный Владислав Третьяк, вот, который является 3-кратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира и возглавляет сегодня Федерацию хоккея России. И вот прославленный наш чемпион, наш сегодня депутат Государственной Думы, который уже бывал в Брянске не первый раз, он отметил то, что сегодня в Брянской области
хоккей в частности, он развивается, имеет большие перспективы. А большие перспективы – это наши дети. Ну а мы, старшее поколение, всегда должны показывать им пример. Ну что, с Богом! Есть старт, да! Открывал региональный отборочный этап фестиваля на правах прошлогоднего победителя «Брянский партизан», в гости к которому приехала команда из Почепа. Всего же награды турнира в этом сезоне в трех дивизионах разыграют 18 любительских коллективов со всех уголков Брянской области. Четыре команды в дивизионе 50+, планируется минимум 8 команд, это 40+. Ну, заявочная кампания продолжается, возможно, любые хоккейные команды хочу пользуясь случаем пригласить и поучаствовать в данном этапе. Вся конкретная документация у нас есть на сайте, телефон уже в открытом доступе, звоните. Если нужна какая-то помощь, проконсультируем, поможем. И будем участвовать, биться за победу. Все мы разные, хоккей один. Именно так звучит девиз ночной хоккейной лиги. Это в обычной жизни они чиновники и бизнесмены. А на площадке все равны. Сменив костюмы и галстуки на коньки и игровой свитер, они просто влюблены в хоккей. Когда озеро замерзало рядом с своим домом, это было начальная стадия 70-й год, наверное. И с тех пор играете, да? Да. Вообще с детства на реке играем, как бы. Поэтому все любители. Почему сейчас дома не сидеть, кофе не пить, а приехали в Стародуб поиграть? Каждый день играем. Вы что? Кто дома сейчас сидит, скажите? Только хоккей. Как таковой борьбы в этом матче не получилось. Партизан, хоть и в неполном составе, не оставил гостям ни шанса. 7-1. Такую красивую точку поставили ветераны в этом большом хоккейном празднике, который состоялся на Стародубской земле. Дмитрий Кузнецов, Александр Власов, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко. События. Стародуб.